Доброго времени суток. Продолжение темы о шампиньонах. Вот продемонстрирую шампиньоны. Сегодня 15 июня. Вот. Знающий человек на канале дал подсказочку, что это шампиньон двуспоровый. Так он выглядит. Вот в природе. Как видим, растут они даже летом. Сейчас стоит, ну, жара неимоверная. Вчера был дождь. Может быть, поэтому они так и выстрелили. И вот там дальше. Сейчас мы посмотрим. Вот тут. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот экземпляр. Вот моя ладонь. Вот, скорее всего, этого шампиньона. Вот с ним мы... Этот пластина имеет вредитель хороший, касальный. Именно это не дачники, желание все-таки шампиньон часто на вот эти грибы, они монтированы для выращивания в грунт. Отличие лабораторных штаммов в природе плохо будут приживаться. Ну и еще раз мы вот этот тоже. И вот у него вид. Два огромнейших таких вот шампиньона.